Всем здравствуйте! Кому-то добрый день, кому-то добрый вечер. Меня зовут Музафярова Татьяна, я врач-косметолог со стажем 16 лет. Сегодня хочу вам рассказать, как бы у нас скоро 8 марта наступает, и показать наши средства по уходу за кожей лица и тела. И в преддверии такого праздника приятного всегда встает вопрос, что же дарить, кроме цветов, конфет и шампанского. Так вот, есть очень классная на самом деле линейка у нашей компании. Это линейка по очищению кожи лица и кожи тела. Есть чудный просто набор, который содержит все самое необходимое. Называется он «Ласка», но начну я не с этого набора. Начну я с отдельных средств, которые также входят в этот набор, но и продаются по одному. Будем распаковывать и буду по пути рассказывать. Каждое из этих средств, чем оно интересно? Есть у нас такие проблемы, ну, может быть, не только у меня, но и у вас. Когда, например, кожа пересушивается от каких-то средств. Например, купила гель для душа, начинаю мыться, и кожа прям требует использовать там молочко после душа, хочется вот чем-то прям намазаться, потому что кожа сохнет. Как правило, в этом повинны средства, которые содержат ПАВ. И вот эти вот поверхностно-активные вещества, они могут очень сильно разрыхлять поверхностный слой эпидермиса, притягивать на себя воду и вызывать впоследствии такое ощущение, вот, что кожа стала сухой, ее хочется очень активно и обильно намазать чем-то таким смягчающим и увлажняющим. Так вот, есть выход для нас. Есть средства по уходу, по мытью для тела или там для лица, например, которые не требуют использования средств для очищения. И это связано с тем, что, ну, почему такие, да, можно использовать салфетки или специальные спонжи. Это связано с уникальным строением волокна, которое используется в данной ткани. Это волокно, рассеченное по вдоль. Оно как бы, если на микроуровне, немножко размахряет волокно и дает возможности как в капилляры втягивать в себя жидкость, загрязняющие частички, остатки, например, на коже, там, макияжа того же самого. И таким образом получается, что это волокно способно еще лучше проникнуть в чешуйки, между чешуек, и всю грязь смыть без использования средств для мытья. Так вот, у меня в руках спонж пилинг «Ласка». Посмотрите, он такой спонжик маленький, его очень удобно использовать для одного или там для двух пальчиков, в зависимости от размера руки. Такой спонж пилинг подходит очень хорошо для кожи, но не для каждой, для кожи лица. Я бы сказала, что такой спонж-пилинг не рекомендован тем, у кого тонкая кожа, тонкая подкожная клетчатка, мало выраженная, да, лицо такое худое, и просвечивают капилляры. Такая кожа, она, как правило, светлая, беленькая. И вот такой вот, например, спонж-пилинг, он для такой кожи может быть немножко агрессивен. И в связи с этим, если вы, ну, попробуете на каком-нибудь месте, ближе, например, к ушку, по чувствительности, если такая штучка, да, такой спонжик вызовет у вас покраснение, которое не пройдет в течение 5 минут, то тогда не стоит использовать. Я бы такой спонжик рекомендовала для пилинга кожи комбинированной, для кожи жирной. Это прям идеально. И такой спонж-пилинг можно использовать один или два раза в неделю. Чуть позже я вам расскажу по уходу за этими средствами, потому что есть специфика обращения с данным материалом и как бы есть свои нюансы.
Следующее, у меня в руках попался спонжик для чистки зубов. Ну, это такое, знаете, ноу-хау на самом деле и необычный к использованию предмет абсолютный. Многим непонятный, зачем он нужен, для чего, когда у нас есть щетка зубная. Так вот, рассказываю. Значит, у некоторых после пищи создается ощущение такого налета на зубах, и проводя языком по поверхности зубов, кажется, что что-то такое вот осело, и жвачка не помогает, и вы, например, не имеете щетку под рукой, то маленький такой спонжик, он может у вас находиться в маленькой сумочке, вы его спокойно можете достать, намочить и спокойно потереть. Это очень быстро, и не нужно там идти, например, искать, где бы вам рот прополоскать. Вот. В общем, он для таких целей, для того, чтобы отполировать и сделать более гладкими зубы. А мы знаем, чем глаже поверхность, это относится, кстати, и к коже, и к волосам, и к ногтям, к любым придаткам, да, и также к зубам. Мы знаем о том, что если поверхность отполирована, то в этом случае и бактерии, грибки или какие-либо косметические средства красящие, они не будут проникать глубоко в эпидермис и вызывать прокрашивание. То же самое, например, при питье кофейных напитков, да, каких-то какао, при употреблении таких продуктов, которые могут окрасить эмаль зубов, в этом случае, чем отполированнее будет зуб, тем меньше будет окрашивание самой эмали. Дальше у меня попадается в руки спонжик для демакияжа. Такой спонж подходит как раз для того, чтобы снять именно макияж, то есть именно декоративную косметику. Сейчас очень многие используют кремы с отражающими, со светоотражающими частичками, либо с тонирующими какими-то веществами. Вот такие спонжи, они очень легко очищают, но их, естественно, предварительно просто нужно намочить в воде и затем убираем косметику. После того, как вы убрали декоративную косметику с лица, например, там, с шеи, с декольте, необходимо будет его, естественно, промыть в воде с мылом. И снова он будет готов к использованию. Встает вопрос, а как же, например, быть со стойким макияжем? Вот по отзывам и по использованию непосредственно самой, такой спонж, он убирает декоративную косметику очень хорошо. Единственное, скажем так, напряжение было при снятии декоративной косметики с области глаз. То есть тени смываются хорошо. А вот, например, тушь, там в зависимости от того, какая тушь. Если она стойкая, то в этом случае необходимо, конечно, применение либо двухфазных каких-то средств. То есть не имеется в виду не для этого спонжика, а уже на ватном диске, и тогда убирать остатки макияжа вот этим спонжем. Можно использовать, естественно, каждый день. Дальше у меня в руках оказывается варежка. Вот эта варежка как раз очень классно подойдет для тех, у кого кожа такая очень чувствительная, которые вот при умывании, если, например, средствами какими-либо умывается, люди эти чувствуют, что кожу стянуло, она краснеет, она не любит агрессивного воздействия. Вот эта вот варежка, она прям прекрасно подойдет для умывания как раз вот такой чувствительной кожи, сухой кожи подойдет, для нормальной кожи, но также и для жирной и комбинированной, особенно те, которые обладатели угрей. Да? Почему? Потому что у тех, у кого жирная кожа, это всегда априори либо равно, что это чувствительная кожа. Она действительно может при, например, использовании агрессивной какой-то косметики или агрессивном умывании
давать раздражение, может начать сохнуть, хотя она жирная. Поэтому в этом случае без использования каких-либо средств вы можете очень хорошо очищать кожу вот такой вот приятной очень варежкой. На самом деле это очень удобно, но опять-таки есть те, кто любят варежки, а есть те, кто любят салфетки. Попозже я про эти салфетки расскажу. Так. И еще есть вот такая варежка спонж двухсторонняя. Всегда встает вопрос, а для чего, да? Для чего такие варежки жесткие достаточно используют? Вот она, с одной стороны, очень такая мягкая и нежная, а с другой стороны, она достаточно такая жесткая. Эта прекрасная варежка нужна для пилинга по телу. Ее не нужно использовать для лица, иначе вы просто сошлифуете верхний слой и вызовете такое состояние петехиальное кровоизлияние. То есть на коже может образоваться очень тонкая пленка, как ссадина. Поэтому не нужно вот этим вот спонжиком полировать лицо, даже если у вас оно, кожа плотная и шелушащаяся. Все равно не используйте. Она вообще предназначена для того, чтобы полировать, например, кожу голени, там, кожу бедер. То есть вы сначала скрабируете, здесь более такое жесткое волокно колючее, а потом полируете. Помните такие пилки для ногтей раньше были? Но они и сейчас есть, ну как-то вот... Помню тот еще период, когда появились впервые пилки. Они, с одной стороны, шершавые, абразив большой, очень выраженный, а с другой стороны, полировка. И вот сначала мы ногти шершавыми делали, потом, собственно, полировали их, и была красота. Вот это именно варежка-спонж, она как раз вот для этих целей. То есть сначала убрать роговой слой, а потом уже отполировать, чтобы кожа была гладкой и туда не проникали никакие вещества ненужные. Дальше. Хотелось бы показать вам вот такую вот красивую упаковку к празднику. Это просто прям красота. Здесь в составе есть полотенце. Оно нежно-розового цвета, я думаю, девочкам очень понравится. Посмотрите. И кто уже держал в руках такое полотенчико, оно очень мягкое, очень нежное, как вот плюшевые игрушки. И детям вот сейчас очень, да, нравится их вот так вот жамкать. Ну, в общем, это очень-очень такая приятная прям на ощупь ткань. Вот такое вот розовенькое полотенчико, оно есть отдельно, вот в такой коробочке продается. Если мы говорим про набор вот этот вот Ласка, то в нем есть такое же полотенчико, но оно беленькое. Оно белое, с такой розовой каемкой. Ну, собственно говоря, по размеру абсолютно такое же. И еще в наборе, вот в этом наборе есть... Вот из всего, что мы перечислили, есть еще вот такая вот штучка на голову. Чтобы было комфортно умываться, да, мы надеваем этот элемент, да, для того, чтобы убрать волосы, чтобы они не сыпались нам на лицо и не намокали. Так, и еще. Те, кто смотрел на сайте, у Ласки, помимо того, что все есть по одному, и есть вот такой вот набор большой, есть еще такие наборы, которые называются Ласка Мини и Ласка Спа. Вот в Ласка Мини, сейчас мы ее распакуем. Так. Значит, смотрите, в Ласка Мини содержится спонжик, которым можно делать умывание, демакияж. Содержится двухсторонний спонж-скрабик и содержится вот такая вот мягкая варежка для умывания. Если, как говорится, кому-то полотенчика не нужно или кто-то хочет розовенькое полотенчика, может просто скомбинировать
вот этот, например, набор и вот это полотенце розовенького цвета. Ну, очень такой девчачий, прям приятный набор. И есть еще очень интересный набор «Ласка спа». Он вообще отличается, в нем содержится мочалка полотенца и варежка скраб. Это совсем другие позиции, которые по отдельности нет. Вот такая вот варежка, она, знаете, что напоминает? Были такие мочалы, которые растягивались в стороны, и тогда она становилась узкой, либо ты ее растягивал по ширине, и она тогда с концов сужалась. Вот на ощупь это точно такая же мочалка. На самом деле, очень большому количеству людей по комфортности нравится именно вот такая мочалка. Она подходит для, вот, хоть она и розовая, но она очень хорошо подходит мужчинам, особенно тем, кто имеет растительность на теле, потому что это очень хорошо, такое хорошее скрабирование и профилактика вросших волос. И она очень классная, подходит именно вот натирать боковые поверхности на бедрах. И вот такая вот есть мочалка, которая, скажем так, для тех, кто любит вот такие формы. Ее можно сложить, можно собрать вот так-то вот в виде такого цветочка, да, и также она подойдет для тех, кто в одного моется. То есть, если вам хочется помыть спину, например, но вы не достаете там в связи с какими-либо проблемами, то вот такую вот можно растянуть мочалку, и она очень хорошо подойдет для использования мытья сзади спины. Затем переходим к наборам и отдельным, к линейке Нега, не Ласка, а Нега. Нега, она, скажем, меньше содержит таких единичных продуктов, но в ней есть очень интересное полотенчико. Вот те, кто попробовал умываться полотенчиком, как правило, оставляют его для себя уже на последующее, даже если продолжают использовать после того, как им поумывались, средства для умывания для лица, то все равно это очень приятное умывание. Она такая комфортная достаточно и очень мягкая ткань. И вот такое полотенчико я бы тоже, опять-таки, не рекомендовала сильно тереть кожу сверхчувствительную, тонкую и та, которая вот прям с капиллярами в области носа или в области щек, потому что тоже можно вызвать раздражение, и кожа может, отреагировать либо покраснением, либо образованием тонких шелушащихся каких-то мест. Волокно здесь точно такое же, да, микроволокно, рассеченное по длине. И такие салфетки представлены в синем виде, в синем цвете, и представлены также в бежевом. Что интересного? Они хорошо убирают макияж, не тот, который стойкий, а вот макияж, например, обычные тональные средства, обычная там пудра, также смывает и CC, и BB кремы без использования средств для умывания. То есть просто намочили водой и смываем. Макияж с век убрать, саму тушь, такой салфеткой очень сложно, только остатки можно убрать. Затем варежка-мочалка для ухода за телом. Здесь интересная такая у нее структура. Она и с одной стороны как бы как и скрабирующая будет, и с другой стороны как такая полирующая. Если вы держали в руках вот такую вот варежку, то вы замечали тогда, что при проведении в одну сторону это гладкое проведение, а в другую сторону это более такое агрессивное,
Поэтому, если нужно проскрабиться, то вы поперек, скажем так, делаете, а если нужно, наоборот, заполировать, то вы в обратную сторону делаете. В общем, скажем так, два в одном. И для мытья, если нужно где-то поинтенсивнее, да, потереть, то, соответственно, нужно в обратную сторону использовать. В воде все средства становятся еще более мягкими, чем вы вот трогаете их на ощупь, когда она в сухом виде. И еще очень интересная вещь, вот казалось бы, да, обычная такая накидка на голову, да, полотенчика, чтобы завернуть волосы в виде тюрбана. Но уникальность этой штуки заключается в том, что она впитывает в себя в 7 раз больше своего веса жидкости. Вот этот тюрбан, в общем, можно после мытья головы обернуть в тюрбан и посушиться, походить. Вот это полотенце, оно впитает в себя влагу, но мы знаем один момент, что пока волос мокрый, он подвержен растяжению. И если взять, например, волосинку и попробовать ее, как пока она мокрая, потянуть, то она более легко потянется и может деформироваться. Поэтому всегда нужно максимально быстро просушивать волосы, чтобы не было этого эффекта, да, что где-то перетянут волос, где-то он тоньше стал. Просушивать лучше холодным воздухом фена, но перед этим очень классно, на самом деле, не жамкать волосы, да, там просушивать, сливать там с них воду, а обернуть их сразу в тюрбан, чтобы он полностью впитал эту воду с волос, и затем уже посушить прохладным воздухом фена. Об этом я как-то говорила в недавнем эфире. И еще у нас есть лагуна, это полотенце для лица, и лагуна, полотенце для рук. Они по размеру отличаются, и в них такое двойного плетения, хлопковая петля содержится. Вот посмотрите, маленькое такое небольшое полотенчико для рук, очень удобное. И также... И также для лица полотенчика. Они все такого приятного цвета. Такой прям, ну не просто, да, лагуна назвали. Теперь хотелось бы вам рассказать, как ухаживать за этими салфетками, спонжами, полотенцами. У них есть специфический уход. Иначе просто вы очень быстро потеряете, во-первых, свойства этих всех салфеток, и они не будут уже вам служить так, как должны. Первое. Эти средства не подлежат стирке в машинке-автомате. Единственный вариант их постирать в машинке – это только на ручной стирке. То есть на той стирке, на которой вы бы стирали... там, я не знаю, кашемировый какой-нибудь платок, какую-нибудь такую кофточку, которую вот только вручную можно стирать, и температура не должна превышать 30 градусов. Второе. Мыть эти все полотенца можно только мылом, но это мыло не должно содержать никаких отбеливающих веществ. То есть ни хлора, ни чего-либо другого. Затем ни в коем случае не сушите на батарее, на полотенцесушилках. Пусть сохнет самостоятельно, вот как есть при комнатной температуре. Иначе тоже волокно может деформироваться и сохнуться очень быстро. И все, скажем так, все вот эти вот полотенца, их всегда нужно перед первым применением также промыть. Потом, после каждого применения, нужно с мылом полностью промыть и просушить. Тогда они будут вам служить достаточно долго.
Если в какой-то момент вы чувствуете, что средство уже, например, не так хорошо умывает, не так хорошо, может быть, демакияж делает, то необходимо, конечно же, сменить данный спонжик или данное полотенчико. Это очень важно вот по уходу за этими средствами, потому что многие как привыкли? Взяли, схватили, там, кинули все в машинку, оно там постиралось, достали, там, развешали, и вот вроде как все. Поэтому лучше, конечно, все делать, скажем так, вручную, чтобы сохранить эффект именно расщепленного вот этого волокна, чтобы ничего не скомковалось, не потеряло цвета и качество сама продукция. Что еще хотелось бы сказать? Нельзя гладить эти средства утюгом, поэтому полотенце, если вы просушили, то оно принимает свою форму, оно не заламывается, оно опять красивое, пушистое и готово к применению. Собственно говоря, про средства все для умывания мы с вами послушали, и если у вас возникли какие-то вопросы, может быть, по уходу, либо по тому, как их использовать, то задавайте, я еще раз вам повторю. Сразу же был вопрос, можно ли розовой варежкой, которая из набора ласки для лица, мыть тело? Конечно. Я бы даже порекомендовала бы, особенно деткам, потому что она очень приятная по ощущениям и очень хорошо подойдет для нежной кожи. Так, где у нас товарищ? Вот она. Она на самом деле очень приятная, и некоторые компании продают такие варежки именно для мытья тела, то есть они позиционируют именно для тела, не для лица. Но здесь вот благодаря вот этой технологии рассеченного волокна будет больше эффекта очищения от грязи или от каких-либо косметических остатков, косметических средств. Полотенце тоже стирать после каждого применения? Нет, полотенце, оно как полотенце используется, но просто оно стирается именно для деликатных тканей на этом режиме, да, если вы стираете, и без использования агрессивных средств, то есть не добавляете отбеливающие, вот смотрите, это полотенце, оно белого цвета. И кажется, что если я буду использовать отбеливающие какие-то средства по мытью, то вроде как оно будет долго держать вот этот свой белый цвет. Но есть, если вы замечали, есть такие футболки и блузки белые, где написано «не отбеливать», потому что это все равно каждое средство, оно осветляется определенным образом, и чтобы не нарушить качество и структуру волокна, не используйте. Просит еще раз показать розовое полотенце. Розовое полотенце. Вот оно, это полотенце. Оно такое, как плюшевое, такое прям. У него структура отличается от того, который есть в наборе в ласке, потому что, сейчас я вам покажу разницу. В наборе ласка полотенчик, оно с одной стороны плюшевое, а с другой стороны оно прошитое такое, другую немножко текстуру имеет. А вот это розовое полотенце, которое отдельно, оно с двух сторон плюшевое. Оно в себя также большее количество воды впитывает, чем обычные полотенца, которые вы можете встретить. И это не та синтетика, которая не может в себя, скажем так, впитывать. Также вопрос по уходу. На упаковке написано, что можно прокипятить не более 3 минут, если будет очень сильное загрязнение. Ну, это вот смотрите, если сейчас скажу.
есть, скажем так, воздействие, которое есть одномоментное, а есть воздействие на, господи, на определенные салфетки. Вот, например, если мы возьмем вот эту вот ласку спа, то волокно здесь в составе, в структуре, оно другое. И скрабирование, скажем так, будет происходить по-другому. Поэтому если вы сделаете такое, например, вот с этим набором, то это одно. А если вы такое провернете, скажем там, салфетками, то ну, может, скажем так, нарушить структуру. То есть смотрите на упаковке, вот на одной будет написано такое, а на другой нет. Но общие требования как бы ко всем, они заключаются в том, чтобы вы не стирали на высоких температурах все вот эти средства. Это больше для дезинфекции, если, например, ну, скажем так, борьба с бактериальной загрязненностью. Просят развернуть большое полотенце Лагуна, чтобы посмотреть его размеры. Большое полотенце. Сейчас я вам закрою весь экран. Вот этим большим-большим полотенцем. Ну, скажем так, я его вот так покажу вам. По сравнению, влезает в эфир. Ну, то есть оно достаточно длинное. И давай сразу маленькое дальше. И вот там маленькое полотенце для рук. То есть оно вот всего. И ласку тогда. И для сравнения посмотрим сразу ласку полотенца. Смотрите, если мы говорим полотенце для рук и полотенце ласка. То есть вот здесь такая разница и вот такая разница. И с большим, если его сравнить. А если с большим сравнить, то тут еще, конечно, будет такой пирог. Так, смотрите. Ну, это еще сантиметров на 10. И здесь, соответственно, сантиметров еще 30. И вот это белое, давай сразу еще посмотрим. Белое. Размер. Белое я вам сравню тогда с лаской. Покажу. То есть оно по длине такое же, а по ширине белое чуть-чуть побольше. Так. Да. А, следующий вопрос у нас. Косметолог не доверяет тканевым полотенцам и тканевому пилингу. Как ей доказать, что это безопасно? А зачем доказывать? Тогда вот такой вопрос. Каждый имеет право на свою правду. И если человек не хочет в это верить, он, собственно говоря, и не верит. Когда-нибудь, может быть, и, скажем, поверит. Но обычно, когда это происходит, нужно все попробовать. Если попробуете и сравните, например, допустим, вы умыли одну сторону там умывающим средством, а другую сторону умыли тканевой салфеткой, и можно просто вот действительно сравнить. Еще, конечно, можно взять лупу или какое-нибудь увеличение и посмотреть, насколько хорошо очистились роговые чешуйки, насколько хорошо очистится эпидермис от грязи. Вопрос. Во всех видео варежка-спонж двухсторонняя показана для лица применять. Почему вы говорите, что не рекомендуется ей тереть лицо? А вы пробовали? Тогда вот такой вопрос. Вы попробуйте, что это достаточно такая агрессивная на самом деле. С одной стороны, это варежка, а с другой стороны, она мягкая. Вот с той стороны, где мягкая, ее, конечно, можно использовать для лица. Я думаю, что изначально, может быть, хотели, ну, скажем так, рекомендовать ее как для лица, но, честно говоря, вот я не рекомендую ее для лица, потому что она прекрасно подходит для именно тела, и на лице вы можете вызвать повреждение поверхностного рогового слоя, что потом лечить, скажем так, тяжеловато.
У внучки часто появляются гнойные прыщики. Чем их убирать и можно ли, соответственно, использовать в это время салфетки? Да, кстати, вот в этом время как раз и было бы хорошо использовать для умывания салфетки, просто чтобы не вызвать у ребенка никакого раздражения на коже и тем самым приучить к тому, что все-таки нужно умываться 2 раза в день. Плюс это действительно альтернатива для тех, кто, скажем так, боится пересушить кожу вот такими средствами агрессивными, если только это не назначил врач. Если врач назначил умывание специальными средствами, то тогда, конечно, умывайтесь именно этими средствами, а не занимайтесь, скажем, самолечением. Все, что касается самих прыщей, самих угрей, то такие высыпания необходимо все-таки лечить либо наружными средствами, либо все-таки ходить к косметологу самостоятельно дома, выдавливать ничего не нужно. Можно ли салфетку косметическую использовать, чтобы промакивать кожный жир, если кожа жирная? Прекрасно. Это один еще из вариантов, потому что косметическая салфетка, она как раз предназначена для удаления остатков макияжа, а макияж мы все знаем, что это жирорастворимые компоненты, и на коже у нас очень часто как раз, особенно у тех, у кого кожа комбинированная и жирная, образуется кожное сало. И вот кожное сало очень хорошо вот этими салфетками убирается. Как часто можно использовать спонж для демакияжа и двухсторонний спонж? Спонж для демакияжа вы будете использовать всегда для демакияжа. То есть это не использование, скажем так, один раз в неделю, да, если вы наносите косметику утром, то вечером вы спонжем для демакияжа и смываете эту косметику. А двусторонний спонж-скраб, да? Да, двусторонний спонж, да, его лучше всего использовать 1 или 2 раза в неделю. То есть необходимо смотреть на состояние кожи. Если поскрабили и пополировали кожу, и она достаточно комфортно такая сохраняется в неделю, ну, на неделю, то, соответственно, вы раз в неделю используете. Редко кому нужно использовать по 2-3 раза на неделю. Можно ли полотенце для рук использовать маленькому ребенку? Конечно, конечно, можно. Никаких противопоказаний к использованию полотенец нет. Можно ли стирать салфетки пластинами для стирки Greenway? Ну, вполне. И мыло тоже у них, которое есть для мытья рук, также подойдет. А если вдруг появляется запах у салфеток, можно ли залить кипятком на 2 минуты? Это да, это и есть вот как раз, скажем так, антибактериальная обработка. В этом случае стоит это сделать, я бы сказала, даже прям, ну, необходимо такое провернуть с этой салфеткой. Но смотрите, долго ни в коем случае, потому что может измениться сама структура. И я вот читала отзывы, смотрела в интернете, некоторые как раз пишут о том, что частая стирка, уж не знаю чем, приводила к тому, что обесцвечивалась ткань и становилась уже не такой гладкой, размахрялась, то есть, скорее всего, ну, какое-то агрессивное воздействие было. Вопрос. Очень хочется тюрбан, но есть технология Silver с ионами серебра, а пишут, что они накапливаются в организме и не так полезны. Давайте будем честными друг с другом и обсудим тот вопрос, что серебро для того, чтобы проникло в организм внутрь, да, оно должно преодолеть барьер кожный, а кожа у нас – это выделительный орган, а не впитывающий. И через кожу очень сложно что-либо, скажем так, засунуть, пропихнуть, протолкнуть внутрь, вглубь. Это один момент. А второй момент – они зафиксированы на ткани. Если вы не будете эту ткань поедать, то, соответственно, вы их и не получите внутрь. Можно ли при стирке в машинке ставить салфетки на отжим, на режим отжима? Ну, собственно, деликатный отжим, да,
не вот такой там агрессивный, при котором они сразу практически сухие становятся. Можно. Представьте себе, что это кружевное белье, которое вы купили за очень дорого и не хотели бы, чтобы оно разрушилось во время стирки. И вот постирайте на том режиме, на котором вы можете себе позволить. Тогда точно у вас будет все хорошо. Тут спрашивают, новинки ли это? Откуда набор с белым полотенцем? Было. Вообще такой набор, он был. Это не новинка. Возможно, что вы, может быть, не видели его. Еще раз покажу. Вот такой набор. Вот. Он был, собственно говоря, не новинка. Здесь очень много вопросов про наличие, что в разных городах. Mm-hmm. Да, здесь я как бы ничего не могу, конечно, сказать. Эта компания распределяет по разным городам, разным регионам. И что, например, пришло, как быстро это раскупили. Это как бы обращайтесь в центры, которые находятся у вас. Уточняйте либо у производителя, уточняйте, когда у вас в регион это будет поступать. А тут пишут, что белое полотенце это из набора спорт, которое сняли с продажи, но там другое полотенце. Угу. Покажи еще раз, да, белое полотенце. Угу. Оно отличается от оно отличается от спортивного, которое сняли, оно немного другое. Вот. Это из набора как раз вот этого, из набора ласки. Вот. С одной стороны такое, с другой такое. Можно ли сушить полотенце на солнце? Ну, да, под прямыми солнечными лучами не нужно. Может измениться цвет. Опять-таки спрашивают про белое полотенце, из какой серии, вот это что серия «Ласка», угу, да. Белое полотенце, еще раз, да, белое полотенце, оно здесь находится, вот в этом наборе для ухода за кожей лица «Ласка», но здесь, ну, то есть оно беленькое, но чуть больше, чем вот это вот розовое, которое отдельно есть, продается, и, собственно говоря, оно такое немножко отличается, еще раз, да, оно с двух сторон разное, в отличие от полотенчика розовенького. Справляется ли пилинг с угревой сыпью? Нет, если активно идут высыпания в виде гнойничков или воспалений, в это время пользоваться скрабами, пилингами нельзя, потому что можно разнести бактериальную инфекцию по лицу. Тем более, если вы, например, что-то выдавите. Нет, ни в коем случае. Если врач назначает пилинг химический, это одно. А скрабирование и удаление частичек может привести к тому, что вы разнесете еще больше. Спрашивают, какая варежка лучше всего для тела? Какими mm-hmm. варежками можно вот мыть? Смотрите, да. Тело можно мыть вот такой варежкой, если кожа чувствительна, нежная или шелушится, чтобы сильно ее не раздражать. Затем варежка из неги, можно вот этой вот мыться. Потом из набора спа, здесь есть две таких мочалки, одна длинная мочалка и варежка, варежка-мочалка. Вот прям вот мочалка прям. И есть еще такая вот, и вот это вот такая штучка, которую лучше использовать все-таки по телу, а не по лицу. Можно ли использовать салфетки и варежки при псориазе? Можно использовать салфетки, варежки при псориазе. Вообще псориаз это такое заболевание, которое, скажем, проявляется именно косметическим дефектом на коже. И, ну, я не говорю про сложные формы, да, которые есть с поражением суставов,
там немножко все другое. Я говорю про обычный псориаз вульгарный. Конечно, чем отличается такая кожа от обычной? Только тем, что быстрее происходят процессы обновления. И там, где бляшки, там кожа обновляется в течение 14 дней по сравнению, например, с обычной кожей, где обновление происходит в течение 28 дней. И в этом случае, если где-то что-то подшелушивается, то можно как раз средствами для пилинга немножечко подшелушить эти места. Но если идет активная фаза при псориазе, то есть идет, скажем так, воспаление и бляшки растут, в этом случае пилингами пользоваться не рекомендуется, ну, скрабами имеется в виду. Можно ли использовать желтую салфетку для мытья интимных мест? Можно использовать и для интимных мест использовать, и вообще вот эти вот салфеточки, которые вот из неги, я бы так их, они супер универсальные, ими можно протирать все что угодно. Есть одно такое применение интересное в связи с тем, что человек, так сказать, существо потеющее, и для тех, кто не пользуется дезодорантами по, там, скажем, по эко-причинам, да, то в этом случае очень классный такой лайфхак — смочить такое полотенчико и протереть подмышки. Действительно, очень хорошо убирает, если волосы не удаляются, да, в подмышечных впадинах, то очень хорошо убирает именно вот такое, вот, такое загрязнение. Девочке 7 лет, у нее черные точки на носу. Чем можно убрать их какими-то салфетками, поскольку дерматолог не рекомендует никаких средств в таком возрасте? Да, вообще черные точки – это обычные открытые комедоны, в которых копится кожное сало, и кожное сало при воздействии с кислородом окисляется, образуя такую закупорку на поверхности темно-коричневого цвета. То есть это окисленное кожное сало, это не грязь. И каким-то чудным образом там сильно очищать или выдавливать это, конечно, не нужно, тем более в таком возрасте нежном. Для деток можно использовать вот такие вот салфетки, либо вот эту вот варежку для умывания. Ну, приучайте ребенка уже умываться, скорее всего, будут какие-то проблемы с кожей. Почему после варежки мягкой ощущается некоторая стянутость кожи? Скорее всего, у вас чувствительная кожа, и после умывания необходимо на эту кожу нанести бустер и потом какой-то крем для того, чтобы скомпенсировать это ощущение. Потому что, да, потому что помыли кожу, смыли с нее грязь, и поэтому может ощущаться стягивание. Не хватает увлажнения. Как можно использовать мочалку? Какую? Видимо, из Ласка Спа. У нас мочалки были там внизу. Mm-hmm. Ну, собственно говоря, любые мочалки можно использовать для мытья тела. Ну, они для этого и необходимы. Например, допустим, мочалку вот эту очень хорошо использовать для участков труднодоступных. А, например, такую мочалку как раз для более доступных участков можно использовать. Она очень хорошо у девочек ложится на руку, что на самом деле очень удобно. Чаще всего эти мочалки, они вот такие большие, громоздкие, могут с рук слетать. Но, скажем, подойдет для тех, кто использует размер S или M. Для Эльки она туговато будет. Просят поближе показать еще раз тюрбан и резинку для головы. Видимо, вот для головы. Резинку, сейчас я вам покажу. Резинка имеет внутри шов, он такой очень мягкий, он внутренний этот шов. И вот так, чтобы было видно. И снаружи, ну, то есть это достаточно такая плотная лента, которая очень хорошо тянется. То есть на любой размер головы она подойдет. Она не будет сдавливать или оставлять каких-то линий, скажем так, на коже. А тюрбан, у тюрбана, сейчас я покажу,
у него вот такая структура, то есть он по форме вот такой. С одной стороны петля, с другой стороны пуговка. Имеется шов, ну и, собственно, он вот так вот закручивается, и сверху на пуговку застегивается, получается такой тюрбан на голову. Какое полотенце лучше использовать после душа? Большое лагуна или розовая ласка? Какое лучше впитывает? Какое вам больше нравится, я бы так сказала. Ну, смотрите, впитывающая способность больше, наверное, будет у того, у кого размер больше. Ну, то есть, если мы говорим о том, что человек большой, то ему и полотенце должно быть больше. Поэтому после душа лучше использовать полотенце, которое подходит для тела, а не для лица. Чем умываться, если я пользуюсь только кремами? Косметическая салфетка подойдет? Да, конечно. Вы можете умываться просто обычным... Ой, сейчас покажу, тут у меня очень много всего. Либо обычная вот такая салфетка, либо варежка. То есть вам демакияж, салфетка, спонжик демакияж уже не нужен. Поэтому вы можете очень спокойно использовать либо варежку, либо салфетку. Еще раз напомню, что вот эти салфетки, они есть желтенькие и синенькие. Кому какая больше нравится по цвету. А по свойствам, по качеству они ничем не отличаются. Можно ли использовать спонж для макияжа каждый день? Можно, если вы наносите макияж каждый день. Просто у спонжа для демакияжа волокна, скажем так, на один там квадратный сантиметр больше такого, который захватит именно частички макияжа и очистит. Например, в отличие от обычной, скажем, такой вот, да, салфетки, варежки в смысле. Что-нибудь еще? Вот мне очень понравилась и упаковка, и само полотенчико, вот это розовое, реально просто для подарка, нежность такая, я думаю, всем понравится. И, конечно, вот этот набор, в нем просто, ну, все есть, все, что только можно себе представить, и демакияж, и полотенце, и варежка, и вот это вот... штучка на голову. Рекомендую. Сколько раз в неделю можно делать пилинг? Ну, 1-2 раза. Больше не надо. Если того не требует кожа. Есть кожа, скажем так, с гиперкератозом. Если вам диагноз поставили такой, и она на ощупь шершавая, то в этом случае я бы порекомендовала, скажем так, таким спонжиком пользоваться каждый день и после этого наносить достаточно жирный крем на лицо, потому что и это там, это прям диагноз такой есть. Кожа такая, она как пятка, шершавая, пористая на лице, и в этом случае можно каждый день. А при обычной стандартной ситуации, когда кожа нормальная, либо жирная, комбинированная, в этом случае достаточно 1-2 раз в неделю. Косметолог говорит, что в этих салфетках остаются чешуйки, и в них размножаются бактерии. Что ей ответить? Правильно говорит, поэтому после этого необходимо обязательно в данной салфетке вымывать, и если, например, она сильно уже загрязняется, то в этом случае есть вот это вот такое, скажем, погружение в высокую температуру, но на очень короткий срок. А можно ли использовать вместе с варежкой мыло или гель для душа? Можно. Ну, собственно, эта варежка создавалась для того, чтобы не использовать. Но если вы настаиваете, то в этом случае вы, конечно, можете использовать. Будет очень хорошо пениться.
Вот эту варежку, например, напенить сложнее будет, хотя внутри есть поролончик. А вот такую варежку, например, можно будет напенить. И она, кстати, по ощущениям, по качеству чем-то похожа на вот это вот мягкое полотенечко. Вот эти все средства, они очень... Ой, коробочка. Они очень хороши тем, что на самом деле позволяют нам умываться без использования моющих средств, то есть мы ПАВ не используем на поверхности кожи. Для тех, кто, скажем так, не готов, да, или не знает, или сомневается, я бы рекомендовала просто приобрести какое-то одно средство и попробовать его без именно умывающих каких-то компонентов использовать. И для себя понять, насколько, скажем, мы готовы поменять наши привычки. Потому что это вот примерно то же самое, как, вспомните, раньше было очень популярно такое средство, как порошок зубной. И такой зубной порошок использовали всегда, повсеместно, так же, как и туши, которые такие плевалки были, да, и вопросов ни у кого не было. А потом, когда уже появились более современные средства, та же зубная паста из тюбика выдавишься, тушь, да, которая внутри содержится, в этом случае нам легко было, скажем, перейти, да, на какой-то новый продукт. Здесь тоже такая же история, это просто надо сначала попробовать и понять для себя, хочу ли я использовать средства для мытья, или я готова, вот, например, использовать, скажем так, такие салфетки или варежки и не пользоваться ПАВами. Но, опять-таки, кто там с косметологом пытается, скажем так, спорить, надо, наверное, просто дать косметологу попробовать. Вас всех с наступающим 8 марта. В основном смотрят меня девушки женского пола. Поэтому хотелось бы поздравить с наступающим 8 марта. Всего вам хорошего, улыбок. Цветите и пахните, как розы. И можно приобрести, пока есть что-то в наличии, из этих средств, про которые мы поговорили, именно к 8 марта. Заказывайте сейчас. До новых встреч!